Всем здорово, рыбаки! После того, как мы поймали всех крампус-злодеев и вернули все вещи Санты, у нас осталось незавершенных еще две миссии, которые мы сегодня рассмотрим. Рождество уже практически на носу, а мы до сих пор не украсили рождественскую елку. Ну что же, сегодня мы отправимся на Вайтмус, чтобы это исправить. А еще мы выполним миссию «Снежные каникулы». Для этого нам надо собрать 25 пакетов чистого снега из снежных сугробов на 4 водоемах. Брать снег можно только один раз в сутки, поэтому набираемся терпения и посещаем эти водоемы каждый день. На озере Рокки снежный сугроб находится на локации в папоротниковых зарослях. Заходим туда, набираем снег и отправляемся на следующий водоем. На озере Фелкон посещаем локацию «Водопад», забираем наш чистый снег и двигаемся дальше. На Вайтмус можно увидеть кучку снега, если бежать от домика рыбака по направлению к дамбе. Набираем пакет чистого снега и бежим на последнюю локацию. Река Кани Крик, укрощая мороз. Здесь мы видим вдалеке большую кучугуру, направляемся к ней, чтобы забрать наш последний чистый снег. Набираем последний пакет и тем самым выполняем миссию, а в награду получаем 3 биткоина, кепку снеговика и жетон, который пригодится нам для поимки приспешников. Теперь пришло время украсить рождественскую елку. Для этого мы должны собрать все имеющиеся игрушки. Их мы получим после поимки крампус-угря, крампус-тарпона и крампус-паяры. Затем отправляемся на Вайтмус, подходим к нашей елочке. И вот оно, рождественское чудо. Сразу же выполняем испытание «Спасатель Рождества» и, соответственно, выполняем миссию, за что получаем целых 12 биткоинов и множество разнообразных салютов, которые пригодятся нам для выполнения следующих испытаний. После того, как мы запустим 250 фейерверков, мы выполним испытание «Помощник Санты», за что в награду получим его куртку. Также доступно испытание «Разрушитель легенд». Здесь нам надо поймать 50 пушистой форели, за что мы получаем 12 биткоинов и прикормку «Чистый снег». В испытании «Трофейные рога» нам надо поймать 50 рогатых лососей, за что также получаем 12 биткоинов и прикормку «Чистый снег». А еще на Вайтмусе можно увидеть, как по небу пролетает счастливый Санта и в благодарность за возвращение всех его вещей машет нам рукой. Вот так, ребятушки, на данный момент мы выполнили все доступные миссии касательно ивента «Рождество». Всем огромное спасибо за просмотры, за то, что подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на паблик ВК, Facebook и Instagram. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем веселого Рождества и до скорой встречи. Пока-пока.